Фу, пацаны. Блять, всем привет, это Орало ТВ, нахуй. Всем привет, это Орало ТВ. Это Орало ТВ, прям остальных чинит, сука. Блять, я хуею просто, пацаны. Просто в шоке, нахер. Серьезно, в шоке. Я только что настраивал ОБС, и опять прошлый видос с лагом получился. Ебучие проблемы. Реально. У меня так горит просто от этого. Я, короче, пацаны, все нахер. Я ушел с ОБС, серьезно. С ОБС ушел. Это реально идиотская программа, сделана для идиотов. Просто для идиотов. Серьезно, таких имбецилов просто. Я, знаете что? Я лазил по интернету. Я перерыл все видеоролики. У меня игра не лагает. У меня лагает съемка почему-то. Почему? Я до сих пор не понял. В итоге я вернулся на бандикам, на родной бандикам 2013 года, который реально тащил и мог все тащить реально. Я даже измерил температуру, и у меня 39 градусов, потому что у меня горит жопа. Я засол... Ну ладно, не важно. Короче, блин, это реально жесть какая-то. Вот прямо жесть, большими буквами. Потом, знаете, я что, бандиками, короче, вырубил весь звук. И он как-то писался. Каким-то образом. Что за бред? Короче, теперь у меня бандикам, пацаны. Теперь я не буду сворачивать приложение. Теперь, сейчас сделаем проверочный выпуск. Как получится? Я не знаю, серьезно. Я не понимаю, почему так происходит, ёбы. Почему так происходит, серьезно? Непонятно. У меня появился счетчик кадров теперь. Теперь я вижу, когда съемка одновременно. И плюс еще я вижу какое-то количество FPS у меня. И надеюсь, что глюки из Киберпанка тоже исчезнут. Вот так вот камеру пододвину. Потому что терпеть, хватит это терпеть. ОБС, нахер. Нахер ОБС бандикам One Love. Все, играем дальше. Итак, надеюсь, вы выслушали это. И теперь вы поняли, почему все выпуски раньше либо подглючивали, либо... Короче, хер знает. Все, серьезно. Вот прям раз и навсегда, все. Больше ОБС не будет. Я не знаю, как буду стримить, но больше ОБС не будет. Все. Короче, всем привет. Фу. Это Орало ТВ, и мы в прошлый раз убили одну важную шишку для того, чтобы подпортить отношение к Морелло. Я надеюсь, съемка идет, понятно? Надеюсь, что съемка идет. Так, сейчас. Все-таки, пацаны, проверю. Все. Короче, ладно, все. Успокоюсь. Все, успокоился. Извини. Короче говоря, Морелло. Значит, мы убили шишку его важную. И теперь нужно убить другую шишку. Серджио. Это тот чел, которого мы в конце там не догнали. Сэм и как его, друг его, короче. Вилли. Они не догнали его. Они хотели его тоже устранить, но у них не получилось. В общем, теперь наша задача его убить. Они не посмеют сюда прийти. Когда-то я... Короче, я проверил снова опять. Все, вроде все нормально. По качеству, по звуку. Все, снимаем. Отправимся к дому Сержа. Реально, надо решать уже этот вопрос уже. В конце-то концов. Потому что в прошлый раз, мы убили эту шишку. И мы на этом не остановимся. Морелло надо завалить. Бля, я так переживаю за запись. Серьезно, пацаны, вы бы знали, как я переживаю за то, чтобы все записалось хорошо. Мне этот ОБС, меня эти все версии, меня это ебучее обновление, битрейт, я все настраивал по-разному. Я реально, я более... На всю эту тему потратил более полдня. И у меня ни хера не получилось, серьезно. Сейчас еще ограничение кадров 60 FPS стоит. Еще важно наблюдать за тем, чтобы игра не просаживалась. В случае чего-то там настроить. Ну, вроде как нормально, все. У меня сейчас нормальное количество FPS, и мы играем, все. Серьезно, переживать не стоит. Я надеюсь, что переживать не стоит. Я просто выпущу один выпуск и посмотрю, как это будет. Не один выпуск, а еще Киберпанк надо снимать, вы не представляете. А там-то знаете, сколько приколов. Помимо моей съемки, там еще дохера еще других приколов. Там мне надо найти просто нормальное приложение для съемки, и все. И все, я смотрю на FPS, и все нормально. Короче, все, я серьезно очень сильно зациклен на этом. Ну просто, пацаны, ну, вы понимаете, вы... должны понять то, что я очень сильно забочусь о качестве, пытаюсь его улучшить каким-то образом, и все мои вот эти поражения, они очень сильно, даже если просело где-то, оно очень сильно меня бесит, и я пытаюсь сделать так, чтобы этого не было. Сейчас сделаем через бандикам.
Кто там ОБС вообще говорил, что хорошая программа для съемки? Да нахуй вообще-то ОБС, серьезно, похую, вообще нахуй. Кстати, а ладно, короче, все, едем к Сержу. Сержу, который работает на Марвел, тоже пидорасина ебучая. Он еще, главное, заведует большими бизнесами. Короче, этот сказал его, Дон сказал его убить, потому что без него большинство количества дохода у Морелло уйдет в никуда, потому что он пидорасный, чувствую, реально, нереальный, просто реально, трус тоже, мы в прошлый раз хотели, он уезжает такой, угорает, главное, он трус, блин, он не хотел с нами сражаться, мы хотели раз на раз его, типа, знаете, ну, честно, дуэль там, все дела и прочее, а он просто как подлый трус уехал и все, и ничего нам не сделал. Ну, то есть вы понимаете, да? Это жесть. Короче, сука, действуйте тихо, не привлекайте внимания. И я врезался в этот же момент. Ну, поняли, да? Так, ладно, давайте действуем тихо, реально. Все, сейчас самое главное сосредоточиться на игре, а не на ОБС и прочей вот этой ерунде. Ну, даже, кстати, автоматический радио. Это точно тачка Серджа. Как бы к ней подобраться? Так вот сам Серджа-то. Или это его охранник? Погодите, стойте. Сейчас мне нужно... Действуйте тихо... Блять, я выебался в будку с телефоном. Действуйте тихо, не привлекайте внимания. Так, а как там охранник стоит? Там по-другому никак. Или можно обойти как-то его? Ну, хер знает. Давайте... Вот тут, может быть, задний дворик, если я через него пройду как-нибудь. Действуйте тихо. Опять стелс начинается. Ну, тут не перепрыгнуть, тут штыри. Штырь. Огромные штыри, которые... Сука, вот это кто такой вообще? Я это хер знает. Хер знает, ну... Блять, он может сходить спокойно, а не бежать? О! По-моему, я нашел то, что мне нужно, да. Так. Действуйте тихо, не привлекайте внимания, все. Так, погоди, надо как-то красться, я забыл как. Блять, я забыл как красться. Shift, наверное, да? Во, все, е. А, он бомбу заложил. Точно же, нам бомбу дали, совсем забыл. Нам дали бомбу, короче, чтобы взорвать этого чувака. В прошлом видеоролике можете посмотреть об этом. Я просто, сука, забыл об этом. Очень, я говорю, очень много мыслей было именно по настройке, то есть я по самой игре вообще абсолютно все забыл. Вот прямо понимаете? Все! Я помню то, что нужно конкретно... взорвать. Ладно, все, давайте сосредоточимся. Я уже, наверное, заебал пиздеть про ОБС. Так, буду глужен, ага. Это, сука, это прошлый телефон такой, да. А дочка пусть с дедушкой посидит. Дочка? У него уже дочка есть? Господи, ну Томми, ёпте. Да, я еще тут. Ты мафиозник, какая дочка? А это же... это не то же, блядь! Это же... Сука! Блядь, это не Серджо был! Это была какая-то беспомощная тянка! Погоди, стой, тихо. Сейчас, а кто внутри-то был? Кто внутри? Блядь! Сука, а кто сдох-то? Тебе трубку нужен. Винни. Блядь, погоди, кто это был-то, ё-моё? Вдруг это кто-то важная тёлка была? Наверное, нет. Успокойся, Том. Что случилось, то случилось. Ты ничего не сможешь изменить. Погоди, стой, а это кто такой? А, это просто люди. О чем ты вообще говоришь? Сэм и Полли нашли его. Он в ресторане Джорджи. Далеко от тебя. Дуй туда. А, это ног. Просто рандомная тёлка была. Ну, ладно. Еще ладно, но все равно обидно. Бля, Томми-то сам понял-то это. Он конкретно все понял. Он хоть и мафиозник, но ему тоже так мирных жителей убивать не... Ну, падлу. Ну, то, что падлу, блядь, этот как его, обидно. Это, конечно же, Таган. Так, ну копы, это не к нам, это не мы, как бы, если что, так что все, идите нахуй. А, да. Я, знаете, у меня почему-то первая мысль была о том, что это какая-то либо дочка Сары, либо какая-то знакомая Сары. Ну, кто-то, короче, вот из нашей семьи. Как получается, что у Томми есть семья, если у него есть дочка, если мы говорим по поводу дочки. То мне показалось то, что это, ну, вот именно кто-то из них. Но я могу ошибаться. Я могу очень сильно даже ошибаться. Сейчас мы конкретно поймем. Еще самое главное,
проблема-то в Бандикаме, знаете, в чем еще? Я не знаю, сколько я снимаю. Так что давайте-ка мы первую серию, значит, я буду тебе, наверное, с таймер звонить. Так, ладно, найдите поле с Эмом. Вот они все наши. Пацаны уже подготовлены, что? И ППШ, и все дела. Томпсон, точнее, ты побольше. Это бомба, все сорвалось. Давайте, блядь, пиздец, там налетел, да хуя. Пошли, завалим мудака. Давайте, идем. давайте, поле, все дела. Открыли, включили, свой хуй перезарядили. Воу! Послание от мистера Сальери. Давай-ка. В смысле? Томми, ты что делаешь, то ёпте? Что, а чего это такое-то? Блин, этот пидорас. Сейчас замочу тебя, а потом твоего босса. Сука, Поли, блядь, как всегда на позитиве, даже, блядь, перестрелка, ему вообще похую, реально, он такой позитивон. Так, давай-ка, Накин. А погоди, а кто? Я хотел сказать, а какого хера Томми вообще врезался в эту херню-то? Ну, то, что этот, как его? Он заступился, он тёлку, что ли, не хотел, вот это, чтобы его убили? Так, ладно, мы всех завалили. Так, вперёд, давай. Парни! Да давай. Я просто не знаю, где это, чел-то. Понял. Сука, и повара-то убили. А кто теперь будет хавать-то готовить? Так, Серджи, бежит. Отсюда. Вот пидор-то какой. Давай, стреляй с него, стреляй. Пацаны, давайте, еще чуть-чуть. Воу. Да вообще пидорасина. Садитесь на байк и стреляйте. Знаете, как вы тряпите, как их смог, все дела. Завали его, Томми! Скорей! Томми, все, я все сейчас порешаю. Пока этого идиота не пришили. Угу. Я мой байкер конкретно вообще. А у тебя пистолет-то есть, Томми, дружок ты? Сука. Это же этот, как его, знаете, из GTA-хи тоже на Санчес похож. Хотя на сам... Он не похож, но звук такой же дает. Так, продолжайте. Бля! Вот так и знал. Ну и ну конечно, Сверджи открылся. Везет же, конечно, везет ему. Не, а какого. Нет, а какого хрена вообще? Может быть, я успел бы поднять этот байк и догнать его. В конце-то концов, что мне нельзя упадать? Ну, Томми, в таком случае надо мою машину брать. Эта тачка тут не просто так стоит, видите, она второй раз заспавнилась. Давай-ка, Томми, блин, этот байк это вообще веслоутая черепаха какая-то. Ой. Так, давайте гоним, все. Все, успокоились, все. Сосредоточены только вот на этой точке, на этом Серже. Вот как вот тут проехать по-другому, кто-нибудь скажет мне? Турбо включай, Томми. Не, это херня, это полный булчи. Он вообще не управляет, посмотрите. У него... А, зеленый это наши? Это же наша машина, да? Это поле там с Эмом. Сука, бачок ебаный. Ну этот байк это вообще не прикол. Достаньте его, а я сзади буду. Сэм стреляет, так давайте. А зачем мы едем, если они все сами решают? Мы так просто на подсосе, если что, пистолет. Господи, что происходит-то, ёвая! Воу! Чего все ХП мне сразу убивают? Томми, восстанавливайся, там, не знаю. Выпей сиропчик, доктор Мом, и все будет хорошо. Так, тихо. Все нормально. Блин, вот по поводу Бандикама я все еще не могу переставать думать. Этот Бандикам, он больше FPS забирает от игры. На самом деле, ну хотя бы не буду смотреться как говно на видео. О-хо-хо-хо! Полетели, называется. Так, ладно, все. Сосредоточились реально на этой машине. Где там эти наши чуваки? Да что, они улетели в море? Не может быть такого. Такого просто не может быть, серьезно. Казино, все дела, я бы сейчас сам поиграл. Вот это специально для нас сделали, но мы рисковать не будем, на самом деле. Мы не такие дебилы, чтобы полететь вверх, и потом... Блять! Видите, я даже в знак врезался, уже чуть-чуть не упал. Лучше не рисковать, просто ехать за ним. Там будет катсцена, все будет хорошо. Мы его убьем, я надеюсь. И все, мы выполним всю эту игру. Понял. О, смотри, он даже для нас путь сделал. Какие-то протестующие, вы чё? На трубе проехал. Какой еще Гелотти? А, стой, Гелотти, это же тот чел, которого мы убили. Точно же? Это тот чел, который на корабле в прошлом выпуске был. Точняк же. Все, точно, все. Давай-ка, гоним, все, гоним. Все ясно.
Так, 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 так. Все. Просто сейчас пока комментировать не о чем. Ну просто тачка едет. Ну что мне еще остается делать? Так, а что такое белое? А, это они по нам стреляют. Не надо по нам стрелять. У нас ХП мало. В конце-то концов, если нас убьют, то мы начнем всю эту гонку сначала. Я точно не хочу это делать. Давайте, знаете, как сделаем, сейчас эту миссию пройду, и мы на этом закончим. Пока что это просто такой тестовый выпуск, но чтобы вы поняли конкретно, что творится в этой, блин, жизни. Так, заворачиваем в Lost Heaven. О, а наши парни есть? Нихера себе, ты Макс Пейн, ё-моё. Что творите, придурки? Убейте говнюка! А сам-то чё? Штаны свои убираешь уже. Убейте говнюка. Слабо, блин, самому-то выйти-то сложно, да, типа, трус выйти сам-то один на один-то со мной. Грёбаный ты Серджа, не дайте Серджа удрать. А где он? Это не он, это какой-то толстяк. Да куда ты спрятался-то, сука, ёбаный СС? Да куда пошёл-то, ё? Куда? Бля, ХП мало. Восстанавливайся пока, чё, он восстановится, и мы пойдём дальше. Знаете, это единственная игра, в которой FPS перестрелки больше, чем в погоне. Наверное, так оно и есть. Так, давай, огибай. Не дайте Сержу драть, он бежит. Нет, он нас ждет. Так, тихо. Бля, тихо, успокойся ты, успокойся, пацан. Успокойся, все. Все, будешь жить дальше и припеваючи. У меня на тебя нет патрона, серьезно. Давай, дыши, Томми. Вдох, выдох. Делай гимнастику. Риторику или как она там называется. Где упражнение есть. Сука. Где упражнение есть. Блин, да кто мне попал-то в жопу прямо? Ненавижу переигрывать. Меня вот бесит. Он как бомж падает просто. И мы ждем 2 часа. Ну, Не прикольно. В конце это концов. Так, давай интер и погнали дальше. Ну опять заново, ну е-мое. Так. Вот. О, у нас, кстати, ХП установился. Они, кстати, с довольно метко стреляют, эти чуваки-то. Понимаете? Поэтому, типа, я как бы и туплю. Так, стоп. Я знал, что он тут будет. И опа. Так. Из пистолета стреляем. Давай, гребаная голова. Выходи. Бля. Все, нормулик. Сейчас почистим. Сейчас всех прочистим. Как говорится, мистер Пропер все отмыл и про копов не забыл. Это про мафиозника, который убивает копов. А мы конкретно убиваем Морелла. Поэтому мистер Томми все отмыл и про Морелла не забыл. И про Серджио не забыл, точно вот. И про Серджио не забыл в данный момент. Так, Морелла, Серджио, все наши чуваки. Это прям вообще как... Стоп! Кто стреляет? Бля, вышка нахуй! А я даже не видел ее. Нет, все, сдохни. Да, сука, трупак полетел. Вон там эти еще... Давай-ка. Бочка, вижу бочку. Сука, в эту ебучую бочку никак не попасть. А у меня патронов нет, ё! Что делать-то? Томми, беги, пацан. Беги, пока молодой. Сука, укрытие. Опа, достаем нашу хуйню. И простреливаем всю нахуй. Опа! Взорвал. Все, красава. Мне главное не просто за этим понаблюдать. Мне главное патроны сохранить ради этого. То есть я... Опа, Сержа, бежит, Сержа. Бля! Это наши, не наши? Блин, я не знаю даже. У меня нихера патронов нету, просто нихера. Так, сейчас пособираем. У трупаков пособираем. Так, давай, все. Блядь, ты бомж. Так, тихо, и слева еще один есть. Кто? Жирного-то куда? Жирного-то куда? Выжил, не выжил? Фу, не выжил. Фу, отлично. А у нас патрончики прибавились. Хорош. Блин, да что такое-то, ё? Стреляет ему в ногу, не в ногу, давай. Да куда угодно? Чё он не дохнет? Я ему целую обойму посадил. Он все умереть никак не может. Так, тут бочки. Он сюда нас, он ждет нас. Сержа, где? Бомж! Кто на прицеле? Опять? Блин, да что такое-то, ё?
Хотя бы патрончики для пистолета есть, и то отлично. Так, бочка нахер. А это зеленая бочка, не красная, поэтому она не взрывается. Там, видимо, не знаю, что там в ней. Наверное, какой-нибудь... окрошка там внутри. Да, точно, окрошка. Так. Давай, давай, съемка идет, все отлично. Главное, чтобы память не кончилась, а то еще вдруг еще одна проблема будет идти. Давай, давай, где? Я тебя тоже зарежу. Сука. На нахер. Сучёный, сучёный. Где? Сука, вот он. На нахер. Прямо в голову. Ой, видели, как я раздаю просто. Реально, мощь. Серджи, ну я тебя сейчас из автомата выстрелю. Где он? Где он? Покажите мне этого вот дебила. Вот он бежит, вот он, тварь. А, это не он, блин. Да что такое-то? Еще один, еще один, еще. Сколько там много-то? Так, да блин, ну опять, ну ё-моё! Не так нечестно! Везет же! Сука, если с самого начала будет, то это вообще жесть. Я не хочу с самого начала начинать, ну ё! Какого хера-то? Ну почти с самого начала, понял. Ладно, шучу, на самом деле мы тут же. И у нас ХП полный, кстати. Вот это хорош. Я просто не думал, что там целых три чувака выйдет-то. Я ж подумал. Там выйдет, ну максимум два. Это что такое летит? Блядь, нормально кинул. Где? Так, перед... Томми, давай, давай, без прикола, давай, ползи. Ты это, чувак, последний день сегодня у тебя. Как... Даже сказать нечего. Угу. Давай-ка, 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 давай-ка. Сука. Блин, попал по мне, не надо. У него дробовичок есть, но он мне не нужен. Давайте как из калаша стрелять. Так, попал, все, хорош. Хорош. Еще один. Вот бочечка, 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 стреляй. Блин, да я сам взорвался! Чё такое? Клиндел... Клиндер... Ой, ой, какой-то... Как, там какое-то было это, как его... Масло. Блин, опять всех этих чуваков заново стрелять. Ну, крап! This is seriously, man. I can tell you about that. Так, окей. Всех убить... Так, тихо, надо в укрытие. Так, один есть, хорош. Какой еще букет? Я тебе две розы куплю потом после тебя, как после того, как похороню. О, в яйца попал, отлично. Хорош. Как, кого ты нашел там? Свою смерть. Блин, я, он, походу, мою смерть нашел. Вон там это масло, почему оно не взрывается-то? Я читал, когда сдох там. Да блин, ты что такой косой-то сегодня? Так, сейчас выбежу трое чуваков, надо сразу мгновенно стрелять в бочку. Во-во, давай-давай! Опа! Хорош! Блин, да... Да нет, это опять меня убили! Чёрт! Фак! Это нифига не круто, реально. Быть таким это плохо, быть мафиозником это плохо, убивать Томми это сверхплохо. Блин, опять придется переигрывать это все. Ну что такое-то? Так, давай-ка. Хорош. Так, один уже есть. Вот тут нас сразу пуляют. Надо вот так вот прятаться как-то. С кем? С тобой? Бля. Какая еще мушка? У тебя сейчас в глазах будет мушка. Четыре патрона, сука. На нахер. Отлично. Бля, патрон кончился. И под... Фу, все, набирай патроном и сразу. Бля, вот-вот. Вот, блядь, не успел, не успел, не успел. Бочечка, бочечка, бочечка. Опа! Подорвал. Хорош. Вот, кстати, хорошее укрытие. Фу, я тут не прятался-то. Он загорелся, отлично. Он сейчас сдохнет. Так, вот тут вот за бочечками прячемся, отлично. Есть то? Да, есть, вот еще. Не сдох до конца.
8 патронов у меня. В конце-то концов-то. Мушкет? Нихера себе. За что я вам плачу? Блин. Блин, стоп. А у меня ничего нету. У меня только камшотами стрелять, если. Так. Все, у меня есть идея. У меня есть... Блядь, не такая идея, не такая идея. Не такая идея, не такая. У меня вот такая идея есть. У меня есть... Знаете, какая идея? Сейчас покажу я вам. Сейчас я вам покажу эту идею. Только надо сначала хп восстановить. Там дробовик у кого-то был, я помню. Надо взять его. Сука. Вот он! Вот он, вот он, вот он! Меняй ты! Да меня! О! 3 патрончика. Хватит, хватит, все. А, это на вышке, чувак. Блин, вот это уже печально. Сейчас восстановим. Так, все, 3 патрончика зарядили. Хорош. Так, смотрим. Смотрим, косой. Блин, не косой, ни хера. А вот, кстати, и... А вот, кстати, и остальные патрончики. Мы сейчас их возьмем. И убьем его, точно же. Как, блин, зачем я это сделал? Нахуй я это говно взял? Вот, Томми Ган. Так и называется. Блять, вот он, поумнели что-то, сука. Вон оба голова, я вижу ее. Кто там все стреляет-то по мне? Надо в укрытие, надо в укрытие, в укрытие, в укрытие. Вот оно. Отлично. А, у меня патронов. О, все, хорош. Все, я прошел, походу. Бля, противники-то на карте указаны. Хер я туплю-то. Вон один там стоит. Хорош. Хорош. Прям вообще хорош, нормально. Еще хорош. Так, стоп. Мне срочно нужна аптечка. Срочно, прямо. Срочно. И патроны тоже. Так, тихо, около красной бочки. Сука. О, аптечка слева. Хорош. Бля. Не-не-не, лучше не будем рисковать. Сейчас. Не-не-не, не надо. Сука, а Гандалупа Ивановна, вот все, кто ты. Обогнуть укрытие. Да-да-да, сейчас мы... У меня есть план, у меня есть крутой план. Я сейчас сзади подойду к ним и завалю всех нахер просто. Просто всех. Блядь, ну вот это нечестно, это бот, они знали, что я здесь. Где он? Сука, где он, ебучий? Он... Хорош! Томми прямо красава. Так, сейчас, секундочку. О! Все, в голову. Надо в голову стрелять с пистолета, отлично. Вот аптечка. Все. Так, сейчас патрончики возьмем. Значит, у этого все хорош. Пушечку перезаряжаем. Эту тоже перезаряжаем. Оно уж перезаряжено, да, у нас? Все, идем пистолетом. Теперь давай с автоматом. Тут даже 2 аптечки, нихера себе, нахера нам 2-то. Готовьте винтовки! Отстрелите! Да вы надоели уже своими винтовками! Хорош! Тихо, тихо! О-о-о! Блин, Хорош тоже! Всех постреляю. Блин, Морелло, надоели уже. Ну, в конце-то концов, Сальери-то вас всех убьет потом. Всех завалит. Он же умный. Сальери-то... Он с Фрэнком работал, а Фрэнк самый крутой. Понятно, за Фрэнка, за маму, за папу всех убить. Все, голову попал. Полчаса, блин, стрелял. Фу, так. Осмотрите будку стрелочника и снимите пояс тормозов. Понял. Все, понял. Сейчас, секундочку, только патроны возьму. Для себя пистолет перезаряжу. Томпсон у нас вроде как заряжен. Так, а хер ли я будку не смотрел? Хер ли я будку-то не смотрел? Будка-то в армии, а вот это вот наша будка. Так, Е. Хорош.
Что у нас тут? Ну-ка, мне даже интересно, что он придумал. Так, снимите пояс тормозов. Опа, поехала эта горилла. Горелка. Найдите способ попасть на склад. А, вот закрыть что ли? Так это ж понятно, она сейчас взорвется и все. А что она не взрывается? Она же огнеопасна, написано. Сука, это что за херня? Это сейчас бум большой будет. Сука, долбоёб, бля. Ты понимаешь, что Томми тут главный в городе. Никто против него не может, блядь. Да, ну да, может быть, мог. Но никто не может его убить. Он бесконечный. Он перезаряжается каждую секунду, потому что знает то, что пуля, которая в него летит, сразу будет у него, скажем так, в боезапасе. То есть он себе, он так ловит пулю, хоп, и сразу ставит ее и отправителю обратно посылочку отправляет. Сука, даже... Так, тут патрончики недалеко. Хорош. Патроны это хорошо. Так, ну главное аптечку сейчас найти. На лоу хп это, конечно... О, он сам себя поджег. Вот долбоеб-то глупый. Кричи, завивайся. Все потому что Томми. Томми прямо красавчик, серьезно. Лишний респект. Так, давай-ка. Че ты там не можешь, дебил? Сержа, пошел в жопу! Сука, вот мы и добрались до него. Сержа, пошел в жопу. Так, паньки, сколько тут бочек-то, ёпте! Что думаешь, сможешь меня завалить? Бля, нет, мы сейчас взорвемся. Ха-ха, патроны-то кончились. Вот и игрался. Удача кончилась твоя. Томми пришел и вставил тебе пулю. А у нас тоже кончились патроны. Сука, удача у него дохуя. Я говорил тебе, меня не убьешь. А то, что у нас тут кулаки есть, если что, и ноги, мы тебя можем вручную в рукопашку завалить. Не такой ты и везучий, говнюк. Стой, нет! О, да, сейчас все бомбанет, нахер. Вот это бигбум, реально. Томми прямо как супергерой, не смотрит на взрывы и уходит во свояси. Фу, это был эпик, серьезно, пацаны. Просто больше эпика в этой игре я пока что еще не видел, реально. Сливки общества. В натуре сливки еще какие? После убийства Серджа начался настоящий хаос. Да, конечно. Семьи воевали друг с другом. Это одна правая рука Морелла. А Морелла залег на дно. Но босс не может прятаться вечно. В противном случае его перестанут бояться. Наконец, нам стало известно, где появится Морелла. Ну-ка, интересно. Морелл, что там... Он хочет плюнуть нам в лицо. Сделать вид, будто войны нет. Встретим его на улице. У меня Кассана почему 60 FPS типа четко, даже нет будем ничего ждать этого. Возле на театра. Ограничение. До конца представления. Бля, Морелл завалит когда леса, все да? богачи наружу попрутся, мы завалим Морелла и его быков. В народе. Прежде чем нас заметят. В театре будет аншлаг. Кстати, насчет зрителей. Туда может заявиться мэр или даже шеф полиции. В этом чертов смысл, Том. А, замочим его в открытую. На глазах у городской элиты. Будут знать, кто здесь главный. Пусть уяснят, что ни жетон, ни мантия судьи, ни толстый кошель не спасут. Перейдешь дорогу Сальери, ты труп. Это правда. Хорошо, босс. Мы все сделаем. Томми вообще красава, реально. Постарайтесь не привлекать внимания. Ну, наконец-то он нам не биты выдал, что это нормально, хорошее. Достанете пушки только когда появится Морелла. И нашпигуете свинцом. Я хочу, чтобы его белый костюмчик стал кроваво-красным. Вам ясно? Да, да. Я сам давно хочу этого. В конце-то концов, реально, столько людей он завалил. И помните, тот, когда он просто на чувака погнал ради того, что он просто был, ну... Ему, типа, врезался в жопу. Там был такой момент. Ну, короче, пацаны, подписывайтесь на канал. Я извиняюсь за все лайки, которые были в прошлых сериях. Надеюсь, такого не будет с бандикамом. С нашим родным бандикамом. Поэтому
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видеоролики. Плейлист там игру в описании. Смотрите также другие игры, Cyberpunk и Assassin's Creed Valhalla мы сейчас снимаем. Также недавно вышло поздравление, можете чекнуть его, если захотите. Подкастик такой небольшой. В общем, всем удачи, меня закрою. Всем пока-пока.